Премия Московской Хельсонской группы широко известна и популярна. Она пользуется большим авторитетом у правозащитников, да и у общества в целом. Защита прав человека – это вещь чрезвычайно опасная. И многие страдают, особенно в провинции, в тех местах, где права человека нарушаются более всего. Так вот, премия, она выделяет этих людей, этих бесстрашных борцов, этих смелых энтузиастов и отмечает их, и они становятся известны. И вот так создается сообщество правозащитников, которые отстаивают права человека совместно, даже если они не знают друг друга. Но наличие того, что ты лауреат премии Московской Хельсонской группы, объединяет тебя с правозащитным сообществом. Мы становимся сильнее от того, что есть это сообщество, от того, что есть эта премия. Правозащитное сообщество становится сильнее. Среди лауреатов там самые разные люди. Известные люди, малоизвестные, люди столичные, люди глубокой провинции. Это широкий круг людей. И это очень важно, потому что Московская Хельсонская группа объединяет правозащитные движения. Мы сейчас переживаем тяжелое время. Трудно сейчас продолжать эту традицию, но ее нельзя прекращать. Общество привыкло. Ко мне очень часто звонят и спрашивают, когда будет выдвижение кандидатов. И идут сюда, присылают имена, отстаивают имена. Люди ждут этого дня, когда будет присуждаться премия Московской Хельсонской группы. Мы обращаемся к вам за помощью. Помогите нам продолжить эту традицию, чтобы по-прежнему, как и в былые времена, премия Московской Хельсонской группы присуждалась вовремя, присуждалась по всем номинациям, и чтобы люди, получившие эту премию, гордились и продолжали свое достойное дело по защите прав человека.